Почему вы решили так? Давайте поможем, давайте вникнем, давайте пожалеем, давайте, давайте. Никто вас не... Мы все это, все чувствуем, видим, живем в одном городе и сопереживаем этому. И проходим. А уважаемая жительница города Культечи, да, Дружинина, о которой здесь сегодня идет речь, это очень больной, глубоко несчастный и психический. Нет, давайте психическую сторону людей, инвалидов человек не трогать. Я из чувства толерантности. Знаю об этом, поэтому говорю об этом вслух. Поэтому не надо это тоже все утрировать, не надо здесь вот такие речи душещипательные перед нами демонстрировать. Это не речь. А уважаемый, это не речь. Что он психически, это констатация факта. Есть. Есть документ, да? У меня нет документа. Это констатация факта. Давайте говорите, что он психически убрали остановку. Это другой вопрос. Мы давайте с этим разберемся. При чем здесь один на один? Вы сказали, что он психически нездоровый. Уважаемые коллеги, пожалуйста, обратитесь. Да все можно. Есть документы. Все можно. Есть желание. А его он что, не может пользоваться социальными правилами? Может. Если он психически нездоров, что он упал, должен падать головой об бордюр? Я не к этому сказала. Но вы конкретно сказали, если он психически нездоровый человек, то ему зачем это... Не утрируйте, пожалуйста. Надо придираться к словам. Ну, нет, подождите. Я сказала, когда вы мне сказали, что печать не стоит, жительницу, вы не сказали, не надо придираться. Не называйте эту группа фамилию. Людей. Ну, и не называйте эту фамилию. Не, ну мы уважаем ваше мнение. Пожалуйста, вот есть обращение. Даже нет автобусов, не ходят. Ну, вопрос, наверное, мы за остановку тут заострили внимание. Там живут такие же инвалиды. Не ходят автобусы, нет тротуаров. А вы вот заострили, что именно вам надо. Если я сейчас буду каждый раз на сессию приводить своих избирателей, так приводите. Или каждый депутат... Приводите, зачем?